Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова, я как всегда продолжаю с вами информацией. Сегодня, друзья, хочу поделиться с вами новым расширением Books Money, реклама в браузерах у пользователей. Где все это прочтете, я уже зачитывать все не буду. Здесь много чего, здесь дают плюс 50% новым рекламодателям на первое пополнение. Так, далее что? Ну, это все прочтете. Здесь особо ничего. Регистрация здесь наипростейшая. Логин, имейл, пароль. Вам на почту придет приветственное письмо. Вот. Вот видите, вход. Я сохранила логин. А надо вход по имейлу. Вот. И в электронном письме у вас будет ваш логин, почта, пароль. Это все будет отображаться. Заходим в кабинет, войти. Можно через, наверное, соцсети. И мы попали. Вот так вот у нас выглядит расширение. Так, я вчера зашла в него. Так, рекламодатель, пользователь. И у меня на балансе уже 29 копеек. Заходила я вчера поздно вечером. Очень поздно было. Я уже так немножечко перед завершением работ. И вот он, ваш значок. Он выключился. Off. Видите? Это может из-за того, что я вышла из кабинета, чтобы показать вам. Клику на... У меня он. Значит, что нам нужно сделать? Устанавливаем расширение. Вот сюда кликаем. Вот оно, вот эта рекламка идет. В левом верхнем углу. Также можно нажать на крестик. Временно закрыть, не показывать на сайте, не показывать на странице. Также его можно переместить вправо, влево, вправо. Где здесь? Его можно вверх, вниз. Также это все. Ну и закрыть. И еще показывается рекламка внизу, как в расширении SERVD. Также есть вот такая рекламка внизу. Так, кликаем «Установить расширение». Вас перебрасывают в магазин Google Chrome. Выбираете. У меня установлено уже. Устанавливаете. Я неоднократно показывала, как устанавливать. У вас появляется вот такой вот значок. Вот он. Обновите страницу. Ну, вот он. Вот уже у меня 30 копеек на балансе. Так, давайте далее. Вот сюда кликайте, вот на этот значок, и чтобы он у вас появился, кликайте вот на эту штучку, чтобы вот он здесь был. Идем в настройки, друзья. Кликаем, вот здесь ваш логин будет. Вот. Сейчас я его закрою. Нужно обязательно будет подтвердить email-адрес. У вас будет вкладочка «Подтвердить». Вы кликните. Идете на email-адрес и подтверждаете адрес электронной почты. Если вы не подтвердите адрес, вы не сможете выводить денежные средства. Далее что? Ставите год рождения и пол мужчина-женщина. Сохраняете. Далее, кошельки выплат. Читайте всю вот эту информацию. Прописывайте платежные реквизиты. Кликаем «Сохранить». Это стоп-лист. Сюда вы можете ввести, например, я вот, например, ввела страничку ВКонтакте, поставила. Кликнула «Добавить». Можно здесь адресов 200 адресов добавить. Значит, мне ВКонтакте рекламка вот этого расширения показываться не будет.
И вот таким вот образом, если вы, чтобы вам не мешало, да, зайдете, например, там куда-нибудь на сайт, добавляете ссылочку на эту, на тот сайт, который вам надо, кликаете добавить. И у вас уже рекламка не будет показываться. Далее, что еще у нас здесь? Значит, здесь есть уровни. Вот. Читаем также вот эту вот информацию. Чем выше уровень, тем больше вы зарабатываете. Ну, так как я вчера зарегистрировалась, естественно, у меня первый уровень. Здесь идет у нас статистика. Неделя, две недели, месяц. Расширение видео, посещение общее. Вот. Давайте кликнем расширение, например. Вот красная полоска. Вот. Красная. Видео я не просматривала. Посещение. Общее. Вот у меня показывает тут общее расширение. Пока стоит. Значит, здесь также личная статистика, видео, посещение, баннеров, тизеров. Перейти к заданию. Есть задание. Далее по вкладочкам пойдем. Рефералы. Вот так, закрываем. Значит, аналитика доходов, список рефералов. Здесь будут отображаться наши партнеры. И промо. Есть баннеры и также находится наша реферальная ссылочка для рекламодателей, для исполнителей. Если вы кликните, и текст скопирован в буфер обмена. Вот так. Именно закрыть. Так, здесь будет вкладочка выплаты. Так, минимальный вывод на Pair кошелек от 1 рубля. Вот минимум. Так, U-Money 10 рублей, Advanced Cash Kiwi также 10 рублей. Вот. Убираем платежную систему и потом будем выводить. Это уже будет отдельное видео. Так, история выплат пусто. Выплаты, новости, помощь. Помощь здесь вопросы-ответы, друзья. Общие вопросы и вывод средств. Далее заработок. Это все сами прочтете. Вот. Такое вот расширение, конечно, я не могла мимо пройти. Значит, чат для рекламодателей, чат для исполнителей. Обязательно. Вот это я вчера как бы упустила из виду. И новостной канал. Желательно присоединиться. И группа ВКонтакте. Если мы кликнем, давайте. Так, подписаться, естественно. Включить уведомления. Обязательно. Ну, еще здесь как бы и записей-то и нет. Вот. Что еще вам показать здесь? Так, пользователь, рекламодатель. Так. И что, рекламодатель? Рекламку-то нам надо как-то будет. Так, надо это закрыть. Давайте по рекламке. Так, общая статистика. Здесь, если мы будем пополнять рекламку, чтобы загрузить, кликнем, нас перебрасывают тут столько здесь платежных систем. Можно с баланса бонус плюс 20%. Выбираем Pair, например. 50% на первое пополнение. Также читаем информацию. Так. Ну и пополнить. Вообще плохо вижу. Ага, сюда сумму вводим, друзья. Это для тех, кто будет давать рекламку. Так, платежные. История пополнений. Так, добавить объявление. И здесь что у нас?
тизер, баннеры, переходы на сайт, просмотр видео. Кликаем тизер. Далее. Заголовок, не более 40 символов. Ссылочка на сайт, что мы будем рекламировать. Текст и текст на кнопке. Перейти на сайт. Подробнее скачать, получить, записаться. Перейти на сайт и загрузить изображение. Ну, тут ничего сложного нет. Далее просмотр, предпросмотр объявления, естественно. Далее и там все. Будете по инструкции заказывать рекламку. Тип объявления, создание объявления, параметры показа. Это все. Так, таргетинг это не надо. Возраст. А может быть и надо. Управление бюджетом. Это все как бы сами просмотрите. Кому интересно, друзья, присоединяемся. Ну, не интересно, не присоединяемся. Естественно, мне понравилось. Сразу меня с первого раза зацепило это расширение. Вот так. У меня много расширений. Некоторые я, когда пишу видео, отключаю. TSR-FAS. Потом вот это вот у меня также. Вот это у меня, в общем, отовсюду я зарабатываю. И заработок, друзья, на полном пассиве. Будет что выводить, естественно, я запишу видео. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!